Приветствую. Это абсолютно спонтанное видео, которое я заранее не планировал. Случилось так, что за отмененную покупку на AliExpress я прождал буквально 20 дней. У меня было всего лишь 1500 рублей, и я думал, что такого купить на эти 1500 несчастных. И нашел. Вот. Это телефон. Не смею вас задерживать. Поехали. Ну вот, по этому поводу мы здесь и собрались. Естественно, куплено здесь. Потому что быстрее, чем с Али, чем с Озона. Но мне что-то кажется, что там не то, что я думаю, а может быть нет. То, что я думаю. Ты посмотри на эту пиздюлину. Сорян за мат. Кому не нравится, выключайте видео. В общем, ну нет, это не мини-телефон, это все-таки микротелефон. Потому что мини-телефон у меня уже есть. Я чуть позже сейчас пробегусь по меню, запущу этот гаджет, так скажем, и сравню с размерами моих мини-телефонов. Но это явно не мини. Тут, конечно, написано, но сейчас мы подробно изучим, что тут у нас написано и что у нас там внутри. Ну вот, реально, моя ладоха. А ладоха у меня примерно, ну, больше, чем 36 размер ноги. То есть не маленькая ладоха, я вам скажу. И вот это. Ну, это просто, ну, я не знаю, как вам показать масштабы. Ну, вот мое кольцо, блин, сейчас сниму. Вот мое кольцо с безымянного пальца. И вот телефон. Телефон, мать вашу! Охренеть! До чего техника дошла? Поехали дальше. Сорян, снимаю со стойки, теперь две руки у меня наконец-таки свободны. В общем, что у нас там на коробочке? Я сразу извиняюсь за срач, это мое рабочее место, поэтому как-то так. Что у нас там на самом деле? Фирма Omeo, я такой не знаю и никогда не слышал ранее, да? В общем, что у нас тут на русском написано? Дисплей 0,66 дюймов черно-белый, то есть там, наверное, 32 на 64 пиксели. Или нет, не знаю. Возможно, дам титру. Слот для сим-карты, в общем, естественно, стандарта 2G. Частоты видите. Слот для карты памяти, мать вашу. Я специально приготовил себе новую флешечку. Да, достаточно дешевую, на 4 гига. Проверим обязательно. Значит, ультракомпактный корпус. Ну, это я, в принципе, ребята, действительно вижу. Значит, это устройство может работать в режиме Bluetooth гарнитуры. То есть вешайте, там есть приблуда, вешайте на ухо вот этот телефон и разговаривайте со своего основного смартфона. Громкий динамик, ну это мы проверим. Я MP3-хи на флешку скинул. Значит, диктофон, в режиме диктофона этот телефон работает. Единственное, не пойму, почему написали стабильный чипсет MTK. Почему? Почему стабильный? Просто MTK. Я уверен, везде написано, да? Нет, тут опущено. Вот in English просто MTK чипсет написано. Почему стабильный? Не знаю, видимо, для того, чтобы это говно... Ладно, не говно. Продавалось лучше, что ли. Но аккумулятор для такого устройства неплохой. Больше, чем... Где-то у меня здесь были наушники соневские, которые я чинил. Здесь немногим меньше, я вам скажу. Комплектность, значит, мобильный телефон, батарея, кабель, какие-то бумажки, все педали, накладка на ухо. И все. Вес, обратите внимание, всего 19, мать его, грамм. Размеры 68, 28 на 12 миллиметров, естественно. Хотя, наверное, если бы там были не миллиметры, а что-то помельче, да, я бы даже, наверное, и не удивился. Давайте вскроем. Аккуратно, аккуратно. Сейчас проверим комплектацию. Да, блин, коробку я порвал. Тут что-то все еще продолжает сыпаться мне в руки. Так, коробка пустая, да? Такая розовенькая изнутри. Смешно, смешно. Значит, у нас вот такое полотнище бумажное. Причем на русском языке. Телефон, кстати, тоже на русском. Огромное полотнище. Я думаю, тут расписано абсолютно все. Интересно, про флешку написано что-то здесь? Да, флешка есть. Флешка для такого телефона. Охренеть. Я просто не верю глазам и не верю ушам и мозгам.
В общем, понятно. Бумажка есть. Зарядник у нас, зарядный кабель у нас микро-USB. Кстати, микро-USB самый ненадежный разъем, если что, по износу. Есть вот такая финтифлюшка, чтобы можно было вешать на ушко. Блин, складно получилось, да? Какой-то гарантийный талон, который не заполнен. Да, и вот это вот наушина получается, да, как-то. Как-то вот так вот это делается. Блин. Ай! Нет, у меня не получается ее одеть. Нет, получилось. Ну, так скажем, для уха использовать я эту штуку не буду. Блин, почему-то не пихается внутрь. Я не пойму смысла от этой резинки. Я вообще не вижу абсолютно никакой. Понятное дело, вот это. Она ставится вот так вот. Блин, какой же он маленький, а. Надо призумить, чтобы его разглядеть. Пришлось на паузу идти, да, потому что, ну, пришлось призумить, реально. Это такая, это спалец. Ты посмотри, у меня даже мизинец больше, чем этот телефон. Мизинец мой больше, чем этот телефон. Длиннее. Длиннее. Тут пленочка наклеена, да, судя по всему. Я извиняюсь, я впервые снимаю со штатива, так что, ну, блин, тогда вот так сделаю, чтобы не отсвечивало. И, в общем, похоже на старую добротную, ребята, Nokia. Nokia. Вот это вот дело. У нас буквой Т вставляется вот сюда и поворачивается. Это дело вешается на ухо. Ну, конечно, не так, как я тут накрутил, но, ну, вот как-то так. За ухо закидывается вот эта прозрачная штука, и все. Прикольно. Ну, я, ребят, поверить не могу, что такие вещи выпускают. Я что-то... Я, ребят, прихерел. Ну, такого быть не может. Нет, не может быть, мне это снится. Ну-ка, давай откроем. Так, что у нас там с аккумулятором? 280. 1 ватт-час. Ну, нет. ИМЭ я палить не буду. Ясен пень, да? Ну, действительно, тут... Микросим, получается, или наносим, да? Скорее всего, самая маленькая симка вставляется, и сверху вставляется над ней флешка microSD формата. Давай попробуем запустить. Интересно. Да, кстати, обратите внимание, клеммы на аккумуляторе при покупке нового, они заклеены. Нужно отодрать каптоновый скотч. Блин, я поверить не могу. Так... Ну-ка. Он запустился! Что-то тиховато, или мне показалось. Ты-ты-ты-ри. Блин, фокус сегодня будет, ребят? Давай в центр. Пожалуйста, фокус. Сейчас придется с руки снимать, если не получится мне снять так. Но написано, вставьте сим-карту по нулям. Даже батарейка еще не полностью разряженная. Так, у нас автоблокировка получается. Нет, это не для моих, ребят, пальцев. О! Что там по меню? Давай пробежимся. Будильник. Два будильника всего можно поставить здесь, ребят. Назад. Значит, телефонная книга, меню. Сообщения. Вызовы. Да, можно отправлять смски. Вы что думаете, нельзя? Конечно, со своим пальцем я не знаю, как я так смогу. Но давай попробуем. Сюда, по-моему, выбор. Нет? Блин, туплю как с управлением-то. Вот это, да? Написать сообщение. Блин, ну у меня палец большой по ширине, как этот телефон. Не знаю, почему тут по-английски, хотя вроде все русифицировано. Давай назад. Значит, пункты. Написать сообщение, входящее, черновики, исходящее, отправленное. То есть все это инфу он хранит, в случае, если вы будете смситься, чатиться, да, как в начало нулевых. Ну, вызовы, понятно, ничего тут нету. Журнал, настройки вызовов. И все, больше ничего. Назад. Мультимедиа. Ну-ка. Аудиоплеер. Диктофон. И больше ничего. Да, больше ничего здесь нету. Прикиньте, в такой, ну, пиздюлина. Bluetooth-гарнитура, понятно. Органайзер. Интересно, что там? Изменение
Кого? Изменение голоса. Блин, надо будет попробовать на видео записать. Ну-ка, выберем. Не включено мужчина, женщина, дети. Ну, давайте закосим под шкалотрона. Охуенно будет. Значит, изменение голоса, будильник, проводник. Ставьте карту памяти, понятно. Причем, кстати, для такого крохотного дисплея информация умещается. Это, я вам скажу, ну, очень и очень службы. Что там, инструменты, сим-карты, понятно, не надо. Значит, в органайзере у нас всего изменение голоса, функция. Для такой... Не буду ругаться, ладно. Будильник и проводник. И сим-карта. В общем, меню сим-карты. Установки. Аудиопрофиль. Это у нас профиль общий, без звука. Да, кстати, сразу скажу, что никакого вибра в этом телефоне нет. К сожалению, нету. Но есть звук. И говорят, что он неплохой. Блин, я нажимаю сразу одним пальцем на три клавиши. На улице, ну-ка. Строить. Тип звонка повторяющийся. Ну, сохрани, допустим. Как Дирик у меня на прошлой работе писал. Сохр. Блин, теряем фокус. Теряем фокус. Фокус, пожалуйста, не пропадай. На улице. А как я его могу активировать? Ага, вот так. Ага. Вижу. А как-то настроить профиль я могу? Так, листаем вниз. Входящий звонок. Громкость. Ну-ка. Нет, я не хочу этого делать. Я просто хочу проверить, что мелодия сообщения понятна. Клавиатура. Короче, громкость. Нажатие на клавиатуру. Тип звонка опять по циклу пошло. Повторяющийся. Громкость 6. Я думаю, максимум. Блин, а как ее проверить-то? Может, циферками как-то набрать можно? Нет. А на эту клавишу я нажму, выйду сразу. Так что ли? О! Разобрался! Неплохо! Для такой! Я не знаю, между пальцев можно несколько таких накупить и балакать где-нибудь у себя на районе, или я не знаю. Вообще охренеть. Так, вернемся в меню. Громкость 7, то есть 7 это максимум у нас. Прикольно. Ну ладно, все, значит, профиль я выставил, идем взад. Настройки, значит, телефон, время, дата, язык, методы ввода. Давай, ру, миленькие. Выбирай. Ага. Экран. Так, автоматическое гашение экрана. 15 секунд, 30 секунд. Давай 30. 15 слишком быстро для меня. Я слупок. Показ даты можно выключить. Причем показ даты и времени. Хотя, подожди. Я на главном экране не видел... Показ даты. Я видел только, по-моему, время. Так, 30 секунд, показ даты и все. Ну, куцый список. Но для такого телефона быстрый набор. Ну, то есть, когда вы зажимаете у нас цифры от 2, по-моему, до 9, можно кого-то из родни вызвать. Да, автоматическое что? Автоматическое обновление. Чего обновление? Мне интересно. Времени. Обязательно, обязательно. Потому что заново уставлять на такой крохотурке, ну, смысла нет. Режим в самолете. Так, другие настройки. Ну-ка, что там? Подсветку можно отключать, да? Это я так понял, вот именно подсветку вот этой клавиатуры можно отключать, да? Больше ничего тут нету, да? В других настройках. Ну-ка. Тык. И. По-моему... А, нет! Не работает подсветка, ну-ка. Теперь вкл. Мать вашу, подсветка клавиатуры даже есть, да? Видно? Видно, ребят, видно. Охренеть. Ладно, давай взад, дуй. Остается установить симку. Так.
Так, ну и все, повтор, значит. Телефонная книга, сообщения, вызовы, мультимедиа, гарнитура, режим гарнитуры, органайзер. Калькулятора только не хватает, да? И таймера, или еще чего-нибудь. Будильник зато есть. Блин, ребят, я сейчас достану свои телефоны, свои ноклы. Мы сравним. Че же больше, че же меньше. Вот реально. Ну что ж, ребят, давайте сравним этот супертелефон. Он пока еще не сел, вот 44 минуты он работает. Телефон и флешка на 32 гига, трехнольная. Да? Ну, примерно как две по толщине. Охренеть. Ну, возьмем еще флешку побольше, на 64, тоже трехнольная. Ну, я думаю, что охренеть, да? Вот SSD-шник, который не так давно я взял себе. Чувствуете разницу, да? Чувствуете? Вот и я тоже, блин, охренеть просто, да? Переходник на SD и этот телефон. Блин. Мне не верится, ущипните меня. Я за кадром реально пиво разлил, пока пересматривал то, что я наснимал. В шоке. Ну давайте с Холсом сравним, который у нас идет. С витамином B6, который помогает хорошо спать. Ай. Ладно, похвастаюсь по случаю этому видео, да. Sony CMD-Z1. Мой первый личный телефон Siemens C60. Не так давно я купил его за 100 рублей, можно сказать, на рынке. Siemens C25. В общем, Nokia C2. Бэнк Siemens, не помню, EF81, что ли. Ну, это вообще монстр толстый. Nokia тоже светилось в моих видео, не помню. Слайдер. Модель. А, написано модель, E65. Охренеть. В шоке. Ну и самое главное, с Nokia сравним. Тут аккумулятора нету, да? Нет аккумулятора. Но вот это самый большей похожести телефон на вот это вот, да? Ну, согласитесь, похоже очень. Это микро-Nokia. Вот реально микро-Nokia, бляха-муха. Ну и я в шоке. И почему микро? Потому что вот мини-фон мегафоновский. Интересно, включится или нет? Нет, не включится. В общем, это мини. А это тогда что? Это микро? Миниатюризация жесткая просто, ребят. Я в охерень. Сказать, что я охерел, не сказать ровным счетом ничего. В общем, сравнение, ребят, я показал. Давайте уже попробуем позвонить с него, воткнуть симку. Блин, у меня еще Nokia есть 11.00, сейчас покажу. Вот, с него как раз я симку-то и вытащу. С этой финской. Кстати, сборка Finland, действительно. 11.00, если мне память не изменяет. Ну да, конечно, это моя резервная труба. Теперь будет не это, а вот эта резервная труба. Блин, я охереваю размерами. Ну-ка, как там у нас... Значит, открыть надо сдвинуть, да? Нашу рамку слота вперед выдвигаем. Так, открылось. Просто пытаюсь понять, каким образом. Так, симка у нас с скошенным углом вниз. Ладно, я понял. Так, она легла. На контакты она легла по форме. Так. Топил, положил. Все, замечательно. Теперь флешечку на 4 гига. Да? Блин. Даже хорошо, что фокуса нет. И мыль палить не хочу. И флешечка у нас задвигается вот туда, вот так. Элементарно и четко. Показываю, да? Все. Симка есть, флешка есть. Стартуем, браток. Ставим вакуум. Закрываем.
крышечку. Крышка сдвигается вниз, потом только снимается. А то я читал отзывы многих пользователей, что якобы у них какие-то проблемы возникли. Откуда этот трек я знаю? Вернее, пару нот. Блин, может... О! Теперь он предлагает копировать все из памяти. И сюда мы налево жмем «Да», здесь «Нет». Допустим. Вроде пошло копирование, да? Вроде должно быть пока... Ну, в общем, это написано в инструкции. Я, как любитель, инструкцию не смотрю. Вниз будильник, блин. Жалко, нет горячих клавиш здесь. Вверх написать сообщение. И это, наверное, все-таки настройки. Ну, время он выставил, реально. 17:31. Все четенько. Блин, фокус, пожалуйста, не расстраивай меня. Давай звездочка. Попробуем назвать, блин. 1:05. Решетка. Тык. Локальный вызов. Два раза нажать надо. Запрос на отправку. Оно работает. Съели два. Ребята, оно работает. Опять реклама. Вся херня. Но это читабельно. На такой крохотульке все читабельно. Я просто не знаю. Блин. Это что-то с чем-то. Я вот идешь такой по улице, гопник подходит. Еще позвонить, ты достаешь из жопы микротелефоны, даешь ему на, он думает, что ты мне дал-то, а оно звонит, оно работает, охренеть. Я не знаю еще, на какой номер брякнуть, но, наверное, сейчас я позвоню фоном, ну, я, вернее, разговор запишу, короче говоря, как здесь работает замена голоса. Но сначала, блокировка клавиш, здесь, кстати, не отключаемая, судя по всему, да, ведь? Ну, разблочил. Телефонная книга. Ты будешь работать, интересно? Я не вижу. Теле2 опрос. Теле2 еще что-то. Ну да, оно работает. Единственное, что я бы сохранял все же на симке, потому что как бы симка, да? Так, назад. Я хотел проверить, как работает, ребята, диктофон на самом деле. Мне Bluetooth гарнитура нахер не нужна, я ей не пользуюсь. У меня есть наушники. Так. Диктофон. Так, и что я должен нажать? А он по нулям? Два раза надо тыкнуть. Раз, два, раз, яйца тряс, проверка студийной аппаратуры, раз. Вы слышите запись из диктофона Олмио А02. Вот как-то так, ребята. Этот диктофон работает, и я удивлюсь, если он на самом деле работает. Как-то так. Так, и что дальше? На паузу можно ставить. А что дальше? Что я должен нажать на диктофоне, чтобы оно сохранилось? Ну, он пишет дальше. А, просто выйти надо. Тогда сохранится. Ну-ка, поржем. Не, я на монтаже, конечно, уже врубил, да? Вы послушали, как это звучит? Ну, оно трещит, конечно, да. Ну, это АМР, это понятно. Так, я вышел что-то, да? Еще раз мультимедиа, я хочу песенки послушать. Музыка будет сегодня, ребят, не? Почему-то пусто. Не знаю, обычные MP3-шки. Мать его, аудиоплеер. Что китайцы творят? Что творят китайцы? Ну, почему-то по нулям. Аудиоплеер абсолютно. Наверное, надо в папку определенную кидать, скорее всего, на флешке. Но я папку, естественно, сделал. Обозвал ее по-типовому, как на китайских всех телефонах, да, как на Nokia TV-1000, кто помнит. Тот пусть поставит лайк, да. И, ну, я огорчен. MP3-хи почему-то не считает. Но, видимо, в папку надо закинуть. На самом деле,
игра MP3 файлов с битрейтом 320 килобит в секунду, она на самом деле работает. Заходим в органайзер. Проводник, блин, не вижу. Блюрит камера. Карта памяти выбираем. Открыть. И вот наши папки. Music, который я создал, аудио, и My Music, короче. Туда надо кидать все файлы. Опять открыть. Странно, почему-то нет файлов. Только что все работало. А, я же в My Music зашел, точно. А надо зайти в которую папку я создал. Опять открыть. И вот. Опять еще раз открыть, воспроизвести. Оно работает! Я охреневаю. В шоке. Ну, выйти, естественно, вот сюда нажать. Ну, теперь давайте под конец видео позвоним уже куда-нибудь и послушаем, как работает. Как работает все же. Здесь подмена голоса. Раз, два, раз. Яйца тряс. Проверка студийной аппаратуры раз. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я дитё. Я дитё. Я школотрон. Типа. Ха-ха-ха. Ну, в общем, такой вот голос, короче. Это я записываю... входящий, либо исходящий, и все это дело вроде как работает. Качество микрофона вы можете слышать. Но неудобно, конечно же, абсолютно говорить, не поднося его ко рту, потому что чувствуешь, что тебя не слышат абсолютно. Вот, допустим, я вот сейчас около рта, а так вот я около уха. Ну, в принципе, слышно, и я слышу, и меня слышат. И это дело работает. Я удивлен. Всем спасибо за внимание. И особенно за внимание. Покеда.